Моим кредо по жизни является фраза, которую я прочитала еще в детстве в книге Антуана де Сент-Экзюпери. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Как этой фразой пользоваться? Встань, почисти зубы, сделай йогу и иди делай верши судьбы. Делай то, что тебе нравится. Ну, хватит.